что его книги являются наиболее ясным, наиболее точным представлением его самого. То есть он представлен в своей книге. И перед своим уходом он сказал: «Все, что я хотел сказать, я сказал в своих книгах. Если я буду жить, я еще скажу что-то. Если вы желаете знать меня, то читайте мои книги», он сказал. Спасибо большое за лекцию. Вы не могли бы чуть более подробно осветить эту тему преемственности миссии духовного учителя, которую вы упомянули? Вы говорили, что автоматически мы наследуем миссию духовного учителя. Что это означает в практическом применении? То есть, понятно, общие есть какие-то вещи, да, что мы должны проповедовать, должны правильный пример подавать, но вот более конкретно, как это понять и как применить в своей жизни? Шастра утверждает, что ученик не способен отблагодарить своего гуру за то, что гуру дает ему. Это невозможно. Но единственное, как он может попытаться или пытаться удовлетворить, это распространяя то знание, которое он получил от своего гуру. Как это будет выражаться практически в нашей жизни? Это зависит от того, насколько серьезен ученик, насколько он может принять ответственность. Это зависит от того, насколько человек серьезен в своей духовной жизни, насколько он искренен в своей молитве, сколько он может взять на свои плечи. Конечно, когда мы говорим «взять на свои плечи», это не означает, что ученик берет на свои плечи. Но это означает, что он просто передает. Никто не способен нести эту миссию. Но мы можем стать в какой-то степени прозрачными для того, чтобы передавать эту миссию через себя. Этот свет, эту миссию. Поэтому это индивидуально. Понятно, что все ученики могут и способны продвигать или проявлять эту миссию по-разному, в соответствии со своим положением. Но очень важно, чтобы каждый человек, каждый ученик отдавал свои 100%. В любом случае, никто из нас не может жить просто для себя. Каждый должен 100% своих. Мы видим, что Шрила Прабхупада иногда, он говорил, он признавал, что не было никогда такого момента, как, например, он говорит, когда я был бы отделен от своего гуру. Либо он говорит, вспоминая о своем детстве, никогда не было такого времени, когда я бы забыл о Кришне. То есть в какой-то момент личность осознает это. В какой-то момент она играет роль для того, чтобы это было правдоподобная, справедливая презентация. Она играет роль обычного человека, одного из людей, который совершает миссию. Если у вас нету Бхагаватам, значит, вам будет очень сложно в жизни. Это означает, что вы не верите в Бхагаватам, вот что это значит. Я не поощряю какие-то суеверия, там типа, вот они будут просто стоять, хотя это тоже правда, на самом деле. Но это означает, что если у нас нету Бхагаватам в доме, полного Бхагаватам до 12 песен, это означает, что мы не собираемся читать Бхагаватам, а когда-нибудь. Это означает, что мы не верим Бхагаватам. Значит, что мы верим во что-то другое, другими словами. Бхагаватам полный комплект должен быть в каждом доме, обязательно.
Ну, для начала преданных хотя бы. Если преданный не верит в Бхагаватам и не имеет полный комплект Бхагаватам, то о чем говорит тогда о других людях? Как мы их убедим, что нужно взять Бхагаватам, если мы сами не верим? Как? Так что обязательно каждый должен иметь полный комплект. Полный комплект. Конечно, книгу Кришны. Обязательно. Помимо этого, книгу Кришны. Бхагавад-гита. Если вы не имеете Бхагавад-гиты, или ваши близкие не имеют Бхагавад-гиты, это очень и очень печальная история. Бременский музыкант. Yeah.